Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот так вот это выглядит, спецтренинг. Так что, Андрей, говоришь? Закрыли платину. Кто закрыл платину? Алексей. Да ладно, не может быть. Спасибо, Олег Григорьевич. Вы меня вчера по плечу 3 раза хлопнули. Вот у меня тариф лага вчера. Да? Мы вчера двое. Теперь ты платина? Да. А скажи, давно ты в бизнесе? Ну, чуть больше года. Чуть больше года? Да, ну, долго. Ну, вот платина, ну, год платина, это же круто. А скажи мне, а сколько это денег приносит? Что это меняет в твоей жизни? Ты вот кем был и что стало с тобой за этот год? Я работал руководителем, директором. Вот первые там 3-4 месяца я совмещал работу с бизнесом. И, конечно, много времени потерял на этом, но потом я мне нравилось здесь. Мне больше здесь нравилось работать, потому что это свобода. И мне интересно здесь, мне легче. Я принял решение все-таки уволиться, хотя была серьезная работа, перспективная. Когда я уволился, я в следующий же месяц вышел уже на свою зарплату, которую я зарабатывал, и все, у меня силы, я отрылился, я пошел вперед. Ну, вот хоть какие-то относительные цифры, что это значит? Вот ты... Ну, я на работе зарабатывал $1000, 1300, сейчас я зарабатываю стабильно вот эти деньги, естественно, я довольный, потому что я не хожу на работу и так далее, я просто... Сидишь дома за компьютером? Да, сижу дома и работаю. Ну а ты видишь людей, которые зарабатывают больше. Твой спонсор кто? Мой спонсор Тимур Хайрулин, вышестоящая Елена Масейко, Фоменко, Наталья Продан, конечно, она меня чеками очень восхищает, стимулирует, мотивирует. Ну ты видел, сколько они зарабатывают? Ну они, да, Наталья Продан по 1000 в день бывает. А? Так это же и ты можешь. Буду стремиться, просто она на полгода больше тебя? Да. Ну я тебя поздравляю. Спасибо. Молодец. Вот это спецтренинг. Да, Лена, мы тебя поздравляем. Лена, иди, я тебе руку пожму. И даже обниму тебя. Давай. Мест на спецтренинге мало. Желаю вам удачи.